Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас Xperia U, Sony Xperia U и замена гнезда зарядки. Очень частая проблема у них, часто ломаются. Разбираем телефон. Сзади стоят внизу два болта подлиннее. Не путайте их. Снимаем панель заднюю. Плату вот так вот отстегиваем. Здесь у нас шлейф находится. Отстегиваем. Разъем наушников снимаем. Убираем пыль, если она есть. Ставим держак. Включаем термофен, ставим температуру порядка 400 градусов. Снимаем гнездо. Разогрели, добавим флюс, можно снизу. Убираем держак, нам больше не пригодится. Добавим припоя. Новое гнездо. Переворачиваем. Таким образом, я считаю, таким способом очень удобно ставить. Прижимаем. Берем припой. На другую сторону.
Вот гнездо стоит. Добавим флюс. Прихватываем сверху. Проверяем. Можно под микроскопом, у кого есть удобнее. Собираем телефон. Давайте промоем гнездо от флюса, который у нас остался. Шлейф. Соединяем плату с экраном. Тут уплотнитель камеры постоянно вылетает, не потеряйте его. Вставляем левую сторону, потом правую, сжимаем заднюю панель, батарею. Давайте попробуем, проверим. Нашу работу. Собираем телефон. Зарядка пошла. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Доброго дня!